Всем привет! В данном видеоуроке мы поговорим о том, как сделать так, чтобы роутер Xiaomi Mi 3 работал в режиме репитера. То есть схема подключения следующая. У меня через 4 комнаты стоит роутер MikroTik, а в зале не добивает. Я хочу сделать так, чтобы Xiaomi Mi 3 роутер в режиме репитера подхватывал по Wi-Fi интернет от MikroTik и раздавал мне его по кабелю и по Wi-Fi. Итак, поехали. Заходим в настройки роутера. По умолчанию адрес настроек вот такой: 192.168.31.1. Можете перевернуть ваш роутер, там указан ваш адрес. Но стандартный вот такой. Далее я захожу настройки своего роутера. Далее нас интересует, видите, интернета нет. Здесь у меня тоже нет. Сеть без доступа интернета. То есть теперь мы наладим это. Заходим в настройки settings. Далее network settings. Далее нас интересует роутер settings. Нажимаем switch, это переводится как переключить. Вот, нас интересует wireless repeater mode. Нажимаем next. Далее указываем Wi-Fi сеть главного роутера. Это, то есть, MikroTik у меня. Ввожу пароль от Wi-Fi MikroTik. Нажимаю Wireless Repeater. И ждем. Здесь займет какое-то определенное время. Это очень удобно. Я так усиливаю сигнал. Я так усиливал сигнал через даже 4 подъезда. Итак, вот у нашего роутера теперь новый адрес. Нажимаем ОК. Теперь заходим, можно на главную страницу попасть. Сейчас он, роутер, перезагружается. Роутер перезагрузился, видите, теперь нам ошибку дает, но мы помним наш новый адрес. Нажимаем. Видим, кстати, уже и появился интернет. Давайте я открою какое-то, например, Google переводчик. Все работает. Далее мы вводим пароль. Заходим в Repeater Settings. Кстати, обратите внимание, в репитер статус, видите, вот главный роутер, вот по Wi-Fi желтое идет к этому роутеру, и вот уже мои девайсы будут получать интернет и по кабелю, и по Wi-Fi. Далее заходим в репитер settings. Ну, здесь вы уже знаете, то есть у меня такая же сеть на MikroTik, также называется она Sylvia. Я также получаю, могу подключаться по 5G, то есть роутер раздает мне с частотой 5G, скорость больше. Здесь уже выставляете канал, какой хотите. У меня авто стоит. Здесь режим энергосбережения. Вот и все. Network settings, ничего мы здесь не трогаем. Больше. Ну, security это стандартно. Также эти все процедуры можно сделать через стандартное приложение. My Wi-Fi. Оно есть для Google, для Android, так и для iOS. Скачиваете приложение, и вы прямо с приложения можете сделать ваш роутер в режиме репитер. Всем спасибо, надеюсь, урок был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.